Высокий статус БГУ подтверждает и успехами своих студентов. Сегодня в Минске чествовали спортсменов, добившихся наиболее значимых достижений на Всемирной летней универсиаде. Так, лучшие результаты показали учащиеся из БГУ Евгений Цуркин, а также Мелитина Станюта из Университета физической культуры. Золотой, серебряный и двумя бронзовыми. Ваши аплодисменты, Мелитине. Довольно, конечно, золото не часто в моей карьере, она, к сожалению, случается, но эта золотая медаль с лентой, она мне очень ценна. Очень нравятся такие старты, как универсиады, всемирные игры, олимпийские игры, когда все спортсмены собраны, скажем так, на одной территории, и ты можешь порадоваться не только за себя, за художественную гимнастику, но и, в принципе, за всех, кто представляет твою страну в разных видах спорта, это чудесно. Ну, естественно, сразу же смотрю на тех, которые студенты, потому что для нас это ближе, это свое, это роднее, но вообще все равно болеешь за свою родную страну, за Беларусь, это все равно всегда превалирует. Всего на Всемирной летней универсиаде белорусы завоевали 12 наград, из которых 4 золотые. В общекомандном зачете мы 16-е. Следующие зимние соревнования такого уровня состоятся в 2017 году в Алматы.